Любите шоколад? Предлагаю полезную альтернативу. Супер нежный, влажный шоколадный брауни. Готовится до неприличия просто. Для начала подготовим апельсины. Нагреваем масло и мед и обжариваем с каждой стороны около 3-4 минут. Подготовим сухие ингредиенты. Овсянку и семя льна перемалываем в кофемолке. Перемолотый лен смешиваем с водой комнатной температуры. Перемешиваем до однородности и даем настояться около 10-15 минут. Хурму я использовала шоколадную. Очищаем, нарезаем на кусочки и пюрируем погружным блендером. Добавляем мед, арахисовую пасту, семя льна, корицу, специи на ваш выбор. Перемешиваем до однородности. Добавляем цедру апельсина и все сухие ингредиенты в 2-3 этапа, после каждого перемешиваем лопаткой. Используйте качественное какао с ярким ароматом. Предварительно подготовленную форму, у меня квадратная 20 на 20, застелить пергаментом, вылить тесто, сверху присыпать вашими любимыми орешками и выкладываем готовые апельсины. По желанию в тесто можно добавить изюм, любые замороженные ягоды, прекрасно подойдет малина, черная смородина. Выпекаем около 30 минут и даем остыть в форме на решетке. Желаю вам приятного аппетита!